Вы опять на канале Радужная Пони. И сейчас мы будем открывать такую интересную девочку. Эта девочка называется девочка Букси Герлс. У нее здесь 4 покупочки. И давай посмотрим, какие они нам там попались. И у нее красивые тени, красивые зеленые глазки. И давай же ее поскорее распакуем. И посмотрим, что же там она накупила. Такая у нас красивая девочка. У нее здесь 4 покупочки. Давай же поскорее ее достанем. Мне красивые фиолетовые наушники. Так. Она еще здесь привязана, так боже. Зачем так много привязок? Сейчас мы тебя освободим. Оп. Такая красивая у нас девочка. С темно-фиолетовыми волосами. У нее красивая здесь футболочка. И у нее такое платьишко. Темно-синий горошек. Здесь у нее такая еще накидочка. Нет, у нее такая футболочка. Здесь фиолетовые немножко, да? Красивые такие ботинки фиолетовые. На каблуку с шнурочком. Ну давай же посмотрим, какие она себе покупочки взяла. Первую покупочку. Так. Как же это открыть? За какого она сложена? Ну как еще можно такой скотч накласть? Я немного пошла. Оп! Наконец-то открылась. Так. Такая вот была наклеечка сверху. И что у нее здесь? Ой, еще какая-то штучка. Розовенькая оберточка. И у нее здесь сережечки и ожерелье. Такое ожерелье голубенькое. С 3 занавесками. Там такими. И такие красивые сережки с звездочками. Так. Вторую коробочку. Немного порвала эту коробочку, но ничего. Так, смотрим, что у нее здесь. Вау, вау, посмотри только на это. Хи-хи, какие классные штучки. Здесь есть розовенькие, фиолетовенькие и желтенькие.
смотри, как классно. Оп. И что же здесь у меня? Красивая сумочка. Украшенная, как, наверное, какие-то красивыми диамантиками. Опять эти штучки. А в этот раз они голубенькие почему-то. Так. Теперь у нас опять эта штука непонятная. И наклеечка. Такая красивая. Больше у нас ничего нету. Третья коробочка. Какая красивая в середине коробочка. Здесь ананасики и сердечки. И сама она такая голубенькая. Опять эти штучки. Опять фиолетенькие, розовенькие и желтенькие. Так. Опять эта штука непонятная. Вау, наклеечка. Как сердечко. Красивые сандалики, такие туфельки. И последняя, четвертая коробочка. Ну что ж, открываем. Наклеечка красивая. Наклеечка с помадой. Синяя обертка. Вау, это же ее заколочка с пасмами. Здесь есть синий цвет и розовый цвет. Все, коробочки у нас закончились. Теперь можем попробовать переодевать ее. Наденем ей эти красивые бусики. Поменяем сапожечки. Оп. И оденем эти фиолетенькие сандалики, туфельки. Оп, один и оп, два. Вот. Дадим ей сумочку. Оп. И наденем сережечки. Они у меня немного падают. Непонятно почему. У меня такие идут фиолетовенькие красивые наушники с ушками. Ой! И наденем ей эти сережечки. Оп. Вот какая она получилась. У меня красивые фиолетовые тени. Мне они очень нравятся.
Ой. Ну все, пока, до новых встреч.